Не допустить закрытия Таштыбского ДРСУ, призывают депутаты Верховного Совета. Предприятие может стать банкротом. И чтобы на месте оценить ситуацию, с дорожниками встретился Сергей Сокол. В ходе поездки в Таштыбский район и Абазу он также обсудил другие актуальные вопросы с главами территории. Все подробности в нашей рубрике «Парламентский дневник». Наша позиция такая, что ваше предприятие, так же как и все остальные ДРСУ, должно быть сохранено. Спикер парламента вселяет надежду в работников Таштыбского ДРСУ. Одно из немногих государственных дорожно-строительных предприятий оказалось на грани банкротства. Нечем платить зарплату за апрель, техника стоит на приколе, банк грозится забрать асфальтобетонную установку, купленную в лизинг в прошлом году. А главное, что пугает коллектив из 90 человек, есть риск остаться без работы. Долг предприятия около 40 миллионов рублей, при этом ему самому должны примерно половину суммы. Только Хакас Автодор не выплатил 16 миллионов рублей, еще 7 миллионов должен муниципалитет. Депутаты намерены поставить вопрос о приоритетном погашении этих долгов. Как сказал Сергей Сокол, в подобной ситуации и остальные ДРСУ республики. При этом правительство к осени хочет передать их в частные руки. Большие сомнения, доживут ли они до приватизации, потому что уже сейчас есть все признаки банкротства, о чем все компетентные органы предприятию и сообщают. Почему возникла такая ситуация? Просто потому что предприятия, подведомственные Минтрансу республики, не исполняют своих обязательств и не платят нормальному работающему предприятию. Положение дорожного ремонтно-строительного управления обсудили и на сессии райсовета депутатов. Глава Таштыбского района Николай Чебодаев отчитался о работе за минувший год и отметил, что муниципалитет получит субсидию из республиканского бюджета, что позволит закрыть долг перед предприятием. Обозначил он и главную проблему – низкие доходы бюджета. Таштыбский район глубоко дотационный, на развитие денег нет. Сейчас у ряда сельсоветов заблокированы счета. Недофинансированность муниципалитетов – хроническая. Полномочия с республиканского уровня на муниципальный передаются без должного финансирования. Сергей Сокол вновь поставил вопрос о компетенции властей региона. Республика как не зарабатывала, так и не зарабатывает. Вот эта психология «приди в Минфин Российской Федерации просить денег», она, к сожалению, никак не меняется и ничего, как бы, ничто не указывает, что правительство республики двигается в этом направлении. Из Таштыба Сергей Сокол переехал в Абазу, где оценил ситуацию с паводком. В начале недели был резкий подъем воды, до критической отметки оставалось около полуметра. Сейчас уровень реки пошел на спад, однако местные власти на чеку. Здесь до сих пор действует режим ЧС, введенный в апреле во время прохождения ледохода. Чтобы не зависеть от капризов природы, необходимо проводить дноуглубление реки, и у республики есть шанс получить на это федеральную помощь. Есть федеральная программа по предотвращению наводнений и защите гидротехнических сооружений. Уже в этом году регионы получили свыше 1,5 миллиарда для освоения на эти цели. И наша задача в эту программу войти. Уже такие договоренности есть, уже сделан проект, который, в общем, позволит при поддержке федерального правительства начать эти работы уже в следующем году. Предварительно на работы по дноуглублению потребуется 5 миллионов рублей. По мнению специалистов, это повысит надежность Абазы в период прохождения паводка.